Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 12. Урок 32. Пусть тетрадь стоит X рублей, а карандаш Y рублей. Объясни смысл выражений. Первое выражение. X прибавить Y. Это суммарная стоимость тетради и карандаша. X минус Y. Тем самым мы узнаем, насколько тетрадь дороже карандаша. При делении x на y мы узнаем, во сколько раз тетрадь стоит дороже, чем карандаш. X умноженное на 5 плюс y умноженное на 2. Тем самым мы узнаем суммарную стоимость 5 тетрадей и 2 карандашей. При умножении x на 3 и плюс y умноженное на 3, мы узнаем суммарную стоимость 3 тетрадей и 3 карандашей. X прибавить y в скобке умноженное на 3. Тем самым мы узнаем стоимость 3 тетрадей и 3 карандашей. Сначала сколько стоит 1 тетрадь и 1 карандаш, умножим на 3, узнаем сколько стоит 3. X умножить на 8 минус Y умножить на 8. На сколько 8 тетрадей стоит дороже, чем 8 карандашей? X минус Y в скобке умноженное на 8. Мы также узнаем, на сколько 8 тетрадей стоит дороже, чем 8 карандашей. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео.